Мы специально приехали в республику, потому что по итогам 2014 года и полугодия 2015 региональная организация Якутии является одной из ведущих региональных организаций и сделали за короткое время достаточное количество таких шагов практических, которые позволяют увидеть результаты работы. Вот сейчас совершенно уникальный закон подготовлен республикой, общественным движением, прежде всего, матери России региональным. Это закон об ответственности родителей за воспитание детей. У нас в Российской Федерации идет большое количество споров, нужен ли это в чистом виде закон, либо те нормы, которые должны исполняться родителями, должны быть учтены в различных других законах. Ну, то есть в уголовном кодексе, административном, в налоговом и так далее, в бюджетном кодексе. То есть как бы то, что связано с семьей, оно должно быть включено в другие законодательные акты. И именно Якутия вышла с предложениями, общественное движение матери Якутии, принять именно закон и рассмотреть его для принятия на федеральном уровне. То есть если здесь он поддерживается, сейчас закон передан на рассмотрение, на общественное как бы изучение общественного мнения, правительство ознакомилось, и глава республики Егор Афанасьевич ознакомился, и поэтому мы посмотрим реакцию общества на этот закон. Здесь присутствуют представители, я вам назову, значит, это Республики Хакасия региональная, все руководители региональных отделений, так как это межрегиональная конференция, то мы приглашаем те отделения, у которых уже наработан опыт, и плюс Дальний Восток, Сибирь. У нас присутствует Хакасия, присутствует Новосибирск, присутствует Дагестан, присутствует Ингушетия, Москва, Воронеж, Ростов, Новосибирск, Бурятия, ну и Приморский край. То есть, а дальше те делегации, которые еще нет региональных отделений, но они хотели бы у себя эти отделения создать, они на выходе уже. Поэтому они слушают, внимают, изучают опыт. И так как Республика Якутия, вот она особенные делает шаги в этом плане, мы здесь и хотели провести такое мероприятие. Мы в Совете Федерации посмотрели фильм о том, на каком расстоянии был специально подготовлен фильм общественным движением матери Якутии с просьбой посмотреть, как тяжело людям добираться там, где расположены больницы, центры, и что необходимо сделать, чтобы такое положение дел изменить. Мы тоже работаем в этом направлении. Я хочу сказать, что много других интересных проектов, то есть времени можно долго как бы посвятить этому. Могу только сказать огромное спасибо руководству республики за поддержку нашего движения и лично руководителю регионального движения Прасковье Петровне.